кататься. Да, мы носим каблуки, да, мы одеваем короткую юбку, да, эти блондинистые эти волосы там чуть ли не до попы, да. Но это просто говорит о том, что девушка смотрит за собой. По словам Мариники, парадокс заключается в том, что, осуждая доступность русских девушек, англичане все равно хотят русскую жену. Пусть осуждают английские женщины, они теряют вот этот вот именно даже женский вид. Английские там джентльмены хотят, они хотят русскую жену, они хотят русскую жену, потому что она будет за семью.